ребятки, и сегодня вышла от разработчиков новая часть кадра, того же кадра. Вот. Давайте откроем оригинал. Так, мы тут видим часть рельс. Ну, и в общем, вот. Вот, видите, я так и знал, что вот эти проходы тут перекрыты. Сначала вот этой железкой. Да, и он отодвигается. И вот тут изображена картонка мамы Long Legs. Именно мамочки длинные ноги. Не знаю, это ведет к ней туда. Именно. Дорожка. Ну, в общем, что ж, мы собрали весь пазл картинки. Именно, да. Я, конечно, на Ютубе встречал, в общем, где вот эти картинки их именно собирали вместе. Только три части замечал. Так что и вот. Так что мы собрали часть пазла, и, видимо, что-то от разработчиков еще будет завтра. Не знаю. Но будет. Кстати, ребятки, хочу вам сказать, что я вам хочу показать одну вещь, но она в скором времени у меня будет, пока ее у меня нету. Это... Я вам не скажу, что это такое. Я, в общем, хочу вам... Хочу показать вам кое-что, но я себе эту вещь не купил. Я вам не буду говорить название. Завтра вы все поймете. Я собираюсь кое-что купить, но вы... Я сделаю обзор на это. Ну, а вы догадаетесь, кто это. Вы не догадаетесь, Даша. Ну, можете предполагать, Даша. Эта вещь мягкая. Но только вам, только вот это вам скажу. Эта вещь мягкая. Так что, возможно, завтра и выйдет видео по этому. То, что хотел вам показать. Ну, в общем, ладно, вы пока догадываетесь, а я что, буду дожидаться, хотя чего? Да и ничего. Ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про, и пока-пока!